Вань, привет. Я тебе уже сказала, что это второе поражение у вас в сезоне. Как это произошло? Почему РГОР? Они за три месяца в НБЛ настолько спрогрессировали, как ты думаешь? Ну, они спрогрессировали, ну, и мы тоже сегодня были не на самом высшем уровне, да. У нас много-немного не получалось, игра такая была, как бы, такими отрезками. Вроде бы и в защите, и в нападении нормально, потом бум-провал. И вот так вот, скок за скок, и матч закончился. Минус почти 15, или сколько это? Да, минус 15. Почему не получилось догнать их все-таки? Защита помешала? Подустали. Нас было сегодня шестеро. Да, кстати, где остальные? Где карты? Хороший вопрос. Ну, не получилось. И, соответственно, не получилось. Как бы и вот так вот получилось. Шесть человек. Вот. А ты смотрел, с кем вам еще надо будет играть в сезоне? Осталось совсем немного. Да, смотрел. Ну, как бы... Следующие выходные, по-моему, ВСС, но мы уже так будем стараться и побеждать в следующих матчах. Вы не разбираете соперника, потому что я помню, в начале сезона у Завадского Дениса, по-моему, спрашивал, он говорил, что не разбираете, просто играете свою игру. Иногда мы просматриваем игры, и вот к этому матчу мы немного готовились, какие-то там вот разбирали моменты с их прессингами и так далее, немного готовились, но так вот, чтобы там несколько недель напролет готовиться к сопернику, такого у нас нет. Ладно, в любом случае, удачи. Спасибо. Спасибо.